Хай! Всем здорово, пацаны! Ну а ты чё молчишь? Давай хоть поздоровайся с парнями, чё ты? Молодец, мой ты хорошенький! Сегодня, пацаны, будем с вами рубиться в симулятор гуся. Сегодня мы поиграем за гуся, подостаем людишек этих жалких, вообще пошипим, я не знаю. Так, давайте разбираться. Игрушка продается, я сразу скажу, в Epic Game Store. Стоит там порядка 400 рублей, но у меня Torrent Edition, поэтому, пацаны, ну вы поняли, да? Короче, держите кнопку 2, чтобы бежать. Ясненько. Бежим, бежим, бежим. Да, какая походка. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, держите кнопку 3, чтобы наклониться вперед. Ага. Понял. Нажмите кнопку 0, чтобы использовать клюв. Опа. Мне такое надо, надо выкинуть вот это. Ништяк, мы можем взаимодействовать. Блин, капец, физика, прикольно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Такой гусь. Сука, угарный. Так, дальше. Попробуй использовать клюв. Кожаные ублюдки, выходите. Я не знаю, у вас громко будет, не громко, сука, это угарно. Так, что дальше мы имеем? Наклоните, чтобы поднять вещи с земли, держите кнопку 3, затем кнопку 0. Ага, все ясно. Понятно. То есть вот так можем, ага. Пойдем дальше, так. Ага, петельку эту мы... вырываем. Вырываем. Ну, нормально. Короче, гусь-бандит. Вот если вы играли, это похоже, знаете, на что, наверное? Если вы играли, как достать соседа, только там был у нас чувачок такой, знаете, ну, распиздяй, то здесь у нас гусь-распиздяй будет, которым мы сейчас будем досаждать людям. Так, здесь я могу плавать? Могу плавать. Ништяк, все, пошло. Это было вступление, такое маленькое обучение. Теперь у нас пошли, как я понимаю, миссии. Что мы имеем? Так, дело. Попасть в сад, намочить садовника, украсть ключи садовника, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца, грабли в озере и устроить пикник. Принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковь, варенье, термос, радио, корзину. Офигеть. Задание мне ясно. Кстати, по кнопочкам, пацаны, наверное, на джойстике кайф, да, вам не шумит, кнопки не стучат, потому что я до сих пор уже год каналу, я не научился их убирать звук. Так, что мне принести нужно? Сэндвич, яблоко, ага, то есть это все мне нужно принести на пикник. Так, сюда. Есть, засчитал? Ой, да, блин, засчиталось. Да, яблоко есть, все, сюда носим сейчас все вот это дело, а потом уже идем по следующим заданиям. Тихо. Зачем ты его повнес в воду? Нормальный, да, я пикник себе устроил? У него такая походка угарная. Вот кайф все-таки иногда вот так взять на джойстике, а что-нибудь покатать, знаете, не напрягаясь, чисто, ну, знаете, на расслабоне. Так, корзинку, вот эту корзинку, по идее, да, мне нужно будет дотащить? Ну да. Ух ты, гля, как тяжело ему тянуть. Давай, гусяра. Потащил, потащил, дружочек, давай сюда. Так, все, что у нас дальше по заданию? Принести тыкву, морковь, варенье, термос, радио. Офигеть, нам еще столько всего принести сюда надо. Но зато я могу делать так. Так, а вот и сад, да? Но он закрыт. А вот радио есть. А как мне его взять? Да возьми ты радио. Он не достает. Надо сделать так, наверное. Я не могу взять радио, блин. Хера себе, у нас гусь, короче, тащит мешок с этим. С цементом это или с чем мешки он может таскать. А так, я могу взять радио? Могу. Опа! Валим, 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 валим. Готово. Радио потушил. Засчиталось, кстати? Да, принести радио засчиталось. Ну все, теперь нам нужно попасть в сад к садовнику. Так, что я здесь могу? Это могу. Только зачем это мне? Это мне не нужно, это мне тоже не нужно.
Нажмите кнопку клавиши, чтобы увеличить масштаб. А, вот он наш садовник. Подожди, как увеличить? Вот так вот, да? Вот так увеличить, так уменьшить. А вот это что? Ничего себе, смотри, какая птица. Самочки, самочек привлекать так. И вот так вот. Ну, за жопу не хватить бы. Сука, вар. Опа, намочить садовника. Намочили садовника, отлично засчиталось. Я, кстати, сейчас не был у меня цели намочить, я просто посмотрел, что это будет. Так, сейчас садовничек выйдет. А чё он не выходит? Выходит. Ой. Меня не видно, я надеюсь. Давай, дружочек, быстрей. А я пока у тебя морковку стащу. Иди в жопу. Сука, убегай! Ну и чё? Ага. Девчонка, я здесь. Ой. А ключи у тебя могу стёбнуть? Блин, а как ключи у него выскать? Смотри, вот они. Все засчитал, блин, засчиталось или нет? Подожди, принести, да, морковь засчиталась. Не гоняй меня. Мне надо еще ключи у него стянуть. Блин, отстань! Я не могу, короче, ключ от него дернуть никак. Но мне нужно подойти как-то сзади, я так подозреваю. Так, давай. Пока ты поднимаешь, мне нужно ключ. Ну, не так, сука. Отстань от меня. Вот было, блин. Я хочу у него вырвать. Есть. Так, а почему задание было намочить садовник, попасть в сад... Устроить пикник, заставить садовника надеть свою шляпу, грабли в озере, устроить пикник. Так, подожди, короче, мне нужно пикник устраивать, для этого мне нужна тыква, я помню. Ого, а как ее тащить? Давай по-тихому как-нибудь утянем. Где там наш садовник? Оп, стоять. Сейчас он пройдет. Потянули. Отлично, тыкву утащил. Теперь он мне ничего не сделает здесь. Ну, тыкву я вам скажу, пацаны, видите, гусю тяжело тянуть. Засчиталось. Так, тыкву, да, морковь, варенье, термос. А, морковь он спалил, забрал, блин. Да выдергивайся. Сука, это маленький пакостный гусь воришка, ля. Надо какое-нибудь погоняло придумать, этому урка будет. Так, все, да, есть защита. Да что ты перелистываешь? Морковь, варенье, термос мне нужно еще. Варенье и термос. Так, мужик. Иди в жопу отсюда. Он пошел радио искать. Блин, а что делать? Нельзя, чтобы он радио тянул. Так. Подожди-ка. Опа, термос, да? Операция педаль. Я ему весь огород сейчас тут перетопчу своими маленькими лапками. Он тыкву забрал! Черт! Бибу ему. Ну, у меня, я надеюсь, защита она уже есть. Или мне тыкву заново придется тянуть? Да, мне заново придется все это собирать, блин, а что делать? Надо как-то делать его, ну, что-нибудь делать, чтобы он не расслаблялся. Дурачок, я у тебя вообще-то вот украл. Видел, что я у тебя украл? Надо его увести куда-то подальше. Давай. Хлоп. Иди за морковкой своей, петух.
Маленькая мразь. Жесть. Так, мне тыкву нужно быстро утянуть. Тыква, 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 тыква. Тяни, тяни, тяни. Может, крылья, если расправить, типа, будет мощный вообще гусь у меня? Или так вот, как обычно? Нормально. Пока он там с кем-то этот, с ключами да с морковкой занят, я хотя бы сюда притяну. Так, отлично. Что по заданию? Принести осталось варенье. Варенье, я помню, на столе там же стояло. Чё ты... Назад. Иди отсюда. Можно быстро повернуть, если отпустить кнопку 2. Не, он так только поворачивает. А, если не бегать, короче, он быстрее поворачивается, я понял. Не, игрушка, пацаны, веселая, я вам реально говорю, вообще угарная. Оп. Как он этим клювом все носит. Сука, это гусь, это не гусь, это какая-то мразь вонючая, пернатая. Если бы у меня был такой гусь, уже бы давно его можно было на суп отправить. Че такое, а? Че такое, браток? Сука, он все у меня уносит. Так, мне назад надо тыкву утянуть. Подожди-ка, надо вот так вот поступить. Иди пока выключай свою водичку. Меня не надо гонять. Тяни, 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 браток. Давай, давай, давай. Так, должно сейчас задание засчитаться. Все, устроить пикник есть. Отлично, что у меня есть? Украсть ключи садовника, заставить садовника надеть свою шляпу от солнца, да? Украсть ключи. Я же уже сколько раз у него их воровал. Блять. Ну, ключи есть. Все отлично. Браток, побежали. А как тебе открыть, блин? А, ты сейчас тыкву назад понесешь, да? Ты кого, сюда иди. Ты чё, блин, петух? Все, 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 иди, иди. Ты чё? А я могу еще вот так сделать. За жопу, мол? Сука, это такая полная, я не знаю, мне нравится эта игрушка, я реально порублю с нее. Она вообще кайфовая. Опа, чё, замочек, дружище, ну замык, отмыкай. Мне нужно... Отстань ты от меня. Так, что мне за задание? Подожди. Грабли в озере. Мне нужно найти грабли и утянуть их в озеро. А, вот они, грабли. Оп. Потащили. Блин, был бы у меня такой гусь. Не, знаете, короче, чтобы этот бруталь не выглядит, нужно делать так. Ха! Не так вот. Тащи, дружище. Ну все, петух, ты сам нарвался. Блин. Успеть, 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 успеть. Есть. Так, еще задание. А, под звездочкой. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу. Я понял. Пойдем, дружищик. Табличку хочешь прибить. Вот оно, вот. Сейчас он будет прибивать, и мне, наверное, нужно будет гагакнуть. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот бы можно было его за жопу щипнуть.
по стелсу, по стелсу. Да я не этот самый, я лебедь. Давай, давай, давай. Девчонка! На, браток, мастерок, я тебе дам. Так, мне дверь открылась, ништяк. Пошел отсюда. Я теперь могу зайти в новую локацию. Отлично, ля. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ля, гусик вообще ништяковый. Не, офигеть, это такая, знаете, милая игрушечка, чисто, ну, где нужно помыслить, подумать, как что лучше провернуть. Так, какой-то школьник, что у нас есть? Дело. Сломать метлу, запереть сопляка в телефонной будке, заставить сопляка надеть не те очки, заставить кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на ГВ, что на ГВ? Не знаю, что такое ГВ. Сходить в магазин, положить в корзину зубную щетку, туалетную бумагу, щетку, расческу, консервы, очиститель, фрукты и овощи. Так, сопляк, насколько я понимаю, это. И нужно заставить его... Давайте осмотримся для начала. Что у нас здесь? Мячик? Могу взять? Не, могу толкнуть, понял. Так, сюда я могу зайти? Не могу, да? Тут у нас сопляк, где? Вот сопляк играется, ясно. А, вот магазин, по идее, да? Магазин, тетка с метлой, которую нам сломать нужно. Так, что еще? А тут какое-то место с двумя рациями. Ладно, будем иметь в виду по заданию. Давайте положить в корзину зубную щетку, клетную бумагу, щетку, расческу, консервы, очиститель. Давайте с магазина будем. Сейчас всем вот этим займемся. Корзину какая? А, корзина. Вот корзина, да, которая была с покупками. Начнем. А что ты там пристегиваешь? Подожди, а что мне нужно было? Туалетную бумагу? Для начала, да? Вот это она. Отстань от меня, тварь. Это моя бумага, отстань. А ну, засчиталась, а сейчас у меня, она ее заберет, если уберется это задание, да? Она паузу ставит. Блин, не считается, все, я понял. Чё, ну? Я лебедь. Мне нужно корзинку тогда подальше оттащить, да? Давай, оставим корзинку здесь. Подожди, сейчас будем что-нибудь мутить. Чё ты хочешь? Опа, за шваброй пошла, мне ее сломать нужно. Как ее схватить? Опа, поехали. Есть. Швабра сломана. Она мне не нужна, я думаю, да? Полежишь здесь. Давай, лебедь, полетел. Ну все, подарок, без швабры походишь. Подожди, я могу овощи дернуть, да, пока? Мне надо было положить овощи. Так, когда я выхожу или за спиной у них что-то делаю, или выхожу из вида, они этого не замечают. Есть, фрукты и овощи положил. Далее, мне туалетную бумагу надо положить. Туалетная бумага самая большая хрень, которая, я не знаю, сейчас всю корзинку займет, да? Да, так, щетка, расческа, консервы, очиститель. Консервы я видел. Не укай мне тут. Да отстань, тут мне... Сука, неадекватный гусь. Иди, 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 ремонтируй. Опа, тихо издел и ушел, называется нашел.
Щетка. По заданиям. Что? Щетка, расческа, консервы, очиститель и зубная щетка. Консервы были здесь. Надо чем-то озадачить нашу вот эту продавщицу. Иди в жопу. А как тебя отвлечь, а? Ладно, пока она несет эту, мы попробуем что-нибудь другое утянуть. Где? А, вот это очиститель, да, насколько я понимаю? Жжж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 
Так, я оторвался или нет? Или она уже у меня что-то из корзины утянула? Иди взад. Ну и забрала, и ладно. Чё ты смотришь, сопляк? Это не твое. Так, опа, сука увидела. Но это очиститель, да? Теперь мне нужен очиститель в корзину. Так, что же по заданию? Положи зубную щетку, вилку, консервы. Очиститель засчиталась. Консервы и зубная щетка, да? Опа, мячик мой, сопляк. Да иди взад. Не лезь. Я новую возьму, сука. Это ж консервы, я думаю. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Не гуся, скотина какая-то. Так, зубную щетку осталось. Блин, а зубная щетка? А где же здесь зубная щетка? Заданий много. Чё смотришь? А вот она, твоя палка. А зубной щетки я здесь не вижу. Блин, гусь бешеный может кидаться, короче, на всех. А вот где искать зубную щетку и делать основные задания, типа запереть сопляка в телефонной будке, заставить сопляка надеть не те очки. А вот сопляку можно сделать, по-моему, пакость. Оп. Ты чё? Мамочки побежал жаловаться, да? Ой! Упал! Очки! No! Так, сопляк, короче, ты этот... Отдыхаешь. В общем, пацаны, дальше, как нам уже с сопляком разбираться там и во всем остальном, мы уже будем с вами разбираться где? Правильно, в новой серии. А новая серия будет когда? Как только, пацаны, вы насобираете здесь хотя бы 50 лайков, то сразу же делаю новую серию. И, блин, мы с вами проходим дальше, будем ломать всякие... То есть, проходить головоломки, думать, как проходить дальше, да, решать новые задачи. Кому понравилась игра, не забывайте поставить лайк. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.